Попытку незаконного вывоза в Китай 13 зубов кашалота предотвратили уссурийские таможенники. Дериваты, находящегося под угрозой исчезновения животного, перевозил в своем багаже 54-летний россиянин. Он следовал в Китай в составе туристической группы и был задержан при проведении оперативно-розыскных мероприятий в пункте пропуска пограничной. Во время досмотра инспекторы обнаружили в кармане его куртки сверток с тремя зубами кашалота, а затем в санузлах погранперехода были найдены еще 10 зубов. Мужчина рассказал, что останки млекопитающего ему передал знакомый, гражданин Китая. За их перемещение через границу было предложено денежное вознаграждение. К незаконным действиям россиянин привлек троих знакомых. Они должны были вывести 10 зубов, однако после задержания организатора преступной схемы решили избавиться от компрометирующих товаров, выбросив их в мусорные баки в туалетных комнатах. Таможенники изъяли дериваты. Согласно заключению эксперта Государственного Дарвинского музея, они являются зубами кашалота, включенного в конвенцию CITES, а также представляют собой культурную ценность. По факту незаконного перемещения через границу культурных ценностей в крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору, уссурийская таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданина России и гражданина Китая по части 2 статьи 226.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.